Привет, друзья! С вами админ клуба ритуальников Украины Коваленко Андрей. Я сегодня пока еще в Нью-Йорке. Сегодня 1 января 2222 год, как говорит Кличко, мэр Киева. Ну, на самом деле, понятно, где 2022 год. Кличко, ну, такой парень своеобразный. Кстати, если вы думаете, что в США мэры другие, вы глубоко ошибаетесь, такие же есть. Вот. Погода сегодня плюс 11 в Нью-Йорке. Я сейчас вам покажу. Сейчас переключу камеру. Погода в Нью-Йорке сегодня плюс 11, такой небольшой дождик. Вот я после сидений за столом и возле Яни, так сказать, пил исключительно шампанское и вино итальянское. Вот, решил пройтись немножко по улицам Бруклина. Это я вам неоднократно уже показывал этот канал. Вот этот вот здесь. Так. Тесла поехала. Сейчас я вам покажу. Стоечка пожарная. Вот. При помощи этой стоечки вызывает полицию и пожарную охрану. Я вот так вот ее закрою. То есть открываешь это все. Если думаете, что стойка не работает, ни хрена, работает все. Все работает. Вот, кстати говоря, почтовый ящик сюда кидают письма. Вот так здесь люди живут. Этот район называется Манхэттен Бич. Это не я. Вот такие дела. Посмотрите немножко, как здесь люди живут. Ну, то здесь богатый район такой. В основном живут здесь. Раньше итальянцы здесь жили, сейчас повыкупали русские. Вот видели, вон белочки бегают. Вы видели, стояла дама, курила. Я говорю, Happy New Year, она, блин, отмороженная смотрит на меня, как будто ни хрена не понимает. На самом деле, тут такие вот русские. Американцы сразу там, Happy New Year. Excuse me? Thanks. Заборы понаставили. Я сейчас иду как... Ой, я иду к океану. Вот. Когда жили здесь итальянцы, я помню эти места лет 10 назад, да, лет 10 назад. Здесь, когда жили итальянцы, здесь каждый дом вот украшивали всевозможными гирляндами, лампочками, тут такие красивые делали. А когда начали выкупать русские, все, блин, эта традиция полностью завершилась. И что?
Начали строить забор. Такие дела. Вот в основном вот так, а тут видите, без заборов живут американцы. Вот старый-старый дом, ему, наверное, лет 150, может быть, больше. Вот кладочка свеженькая. Здесь русские живут. Сразу видно, что такое. Понты. Вот дом в стиле хай-тек. Прикольный такой. Что? Вот там дальше море пошло. Ну, вдалеке. Вот тоже домик старый. Как видите, тоже без забора. Так, ну что, я вам, наверное, надоел. Ребята, подписывайтесь на канал, на наш канал клуба ритуальников Украины. Будут еще репортажи. В комментариях задавайте вопросы. Ставьте лайки, подобайки. С вами был админ клуба ритуальников Украины. Повторяюсь. Коваленко Андрей. До следующих репортажей. Пока.